Друзья, всем доброго дня! С вами Ирина Исмагилова. И сегодня я вам хочу показать Beauty Box, коробочку красоты. Это Royal Samples. И эту коробочку я не купила за свои деньги, и мне ее не прислали на обзор. Я ее выиграла в конкурсе. В конкурсе, который проводила блогер Катерина Саме. Я ссылочку обязательно внизу оставлю. Проходите, смотрите. У нее на канале проходил данный конкурс, где она разыгрывала данную коробочку. И к моей большой неожиданности я выиграла в этом конкурсе. И мне пришла эта коробочка. Я хочу вместе с вами ее открыть и рассмотреть, что же там внутри. Я сама очень часто заказываю коробочки Royal Samples. И я думаю, мне сказочно повезло, что я эту коробочку не заказывала сама. И, соответственно, все, что там лежит, для меня будет и сюрпризом, и подарком. Ничего мне не задублируется в моих запасниках. Так, ну что, открываю. Вот так она выглядит. И давайте посмотрим, что там есть. Первое, что мне попадается, это ароматизатор воздуха для авто и дома. Вот такой ароматизатор. По-моему, это кофе. Да, это бодрящий кофе. Кофе обожаю. Вообще, в принципе, жизнь, утро, вернее, без кофе не представляю, так же, как и жизнь. Поэтому очень рада такому ароматизатору. И думаю, буду использовать. Наверное, скорее всего, не дома, а в машине. Хочу повесить его именно в машине. Так, ну вот здесь у меня брошюрка, как обычно, да, в Royal Samples брошюрка со всеми продуктами, которые в ней находятся. И сзади Катерина мне написала послание, что очень приятно, то есть вложила свою душу. И эта посылочка для меня приобрела такую душевную теплоту, я бы так сказала. Я к ней буду обращаться, когда вам буду рассказывать, что лежит в этой коробочке. Так, первое, что попадается, это Perish Cut Con. Это вот такой вот спрей. Давайте посмотрим, для чего он. Это Perish Professional несмываемая маска, спрей для волос 10 в одном. У меня такой есть. Я его, честно говоря, еще не пробовала, но теперь я точно уже не буду жалеть, я буду пробовать. И думаю, что продукт хороший, потому что у него стоимость 1200 рублей за 250 миллилитров. Смотрим здесь какой. Здесь 100 миллилитров, то есть практически половина от полноразмерной версии. Так, так, так. И давайте посмотрим, что за производство. Производство Испания. Вот такой спрей для волос. Так, смотрим дальше. Дальше мне попадается лак для ногтей China Glaze. Такой лак. И вы знаете, China Glaze, я давно уже слышала о данных лаках, о данной фирме. Очень хотела попробовать, но никак мне нигде не попадалось. Честное слово, даже на глаза не попадалось для того, чтобы приобрести. Я вдвойне рада, что он мне попался. У меня есть возможность попробовать данный бренд, попользоваться. И такой довольно-таки приятный цвет. Я думаю, он и на осень подойдет, и, конечно же, на лето. На лето будет просто шикарный. Данный лак стоит 295 рублей. Это полноразмерная версия. Так, смотрим дальше. Дальше мне попадается Ducray, наверное, так читается. Вот такой тюбик. Это у нас укрепляющий шампунь. Полноразмерная версия в 200 мл стоит 1017 рублей. Здесь у нас, сейчас найду, 50 мл. Ну, 50 мл, я думаю, это хороший как раз-таки объем для того, чтобы полностью распробовать продукт, понять, насколько он подходит для твоих волос и насколько он тебе помогает по твоим потребностям, я бы так сказать. То есть, ну, вообще очень удобный такой вариантик. 50 мл с собой удобно брать, и, соответственно, распробовать продукт на 100% тоже удобно. Так, смотрим дальше. Ducray. Еще данная фирма, еще продукт от данной фирмы. Давайте я посмотрю, что это такое. Так, а вы знаете, нет. А, есть, все, нашла. Разглаживающая сыворотка для ухода за проблемной кожей. Здесь у нас 5 мл. Давайте вскроем, посмотрим, как выглядит внутри. Вот такой, такая миниатюрочка, посмотрите. Обожаю миниатюры. Кто давно меня смотрит, наверное, знает уже. И с удовольствием попробую, потому что оно в последнее время почему-то кожа у меня испортилась. Не знаю, может быть, уход не подходит. Поэтому такие вещи для проблемной кожи, сыворотки всевозможные, они сейчас у меня в ходу, и я с удовольствием ее распробую. Дальше еще одна малышечка. Посмотрите, это генот.
наверное, надеюсь, по крайней мере, что я правильно прочитала. Это нежный биологический гель-пилинг. Так, для кожи. Убирает мертвые клетки, стимулирует рост новых. Полноразмерная версия в 50 мл стоит 4183 рубля. Боже мой. Здесь у нас 8 мл. Так как это средство для лица, соответственно, здесь тоже хватит, я думаю, раз, наверное, на 5 минимум, а может быть даже и больше. Гель-пилинг. Очень хочу попробовать. Сейчас уже осень, сейчас не страшно пользоваться всевозможными пилингами, сыворотками, и можно витамин С, и всевозможные кислоты можно использовать, потому что, ну, сейчас как раз-таки уже позволяет погода, поэтому не страшно, я с удовольствием буду пользоваться. Далее попадается мне вот такая помада, или блеск. Помада, кремовая жидкая помада The Queen Kiss New York Professional. Kiss Professional New York. Помада стоит 590 рублей. Давайте посмотрим, что за цвет. Это Rose Petal. Ну, он немножко темновато выглядит, на, по крайней мере, визуально, да, пока не раскрыт. Давайте мы его раскроем и посмотрим, как он будет смотреться. Потому что мне, честно говоря, очень-очень интересно. И давайте посмотрим. Очень красивая упаковочка. Похоже на Dior немножко, да, внешне. Так, здесь еще какая-то наклеечка. Ну, давайте. О, ничего себе! Вот это неожиданно. Я почему-то думала, что она будет коричневого цвета. А на самом деле она ярко-ярко бордового, малинового, я бы так сказала. Очень осенний цвет, шикарный просто. Аромат еле-еле уловимый, очень приятный, с удовольствием буду пользоваться. Тем более, как написано, это у нас кремовая жидкая помада. То есть губки она будет, должна, по крайней мере, за губками она ухаживать, она сушить их не будет. Ну и цвет вообще потрясающий. Честно говоря, у меня, по-моему, ни одной такой помады нет, и очень хочется попробовать. Так, смотрим дальше. Дальше у меня здесь две салфеточки Dry Dry. Это у нас средство от обильного потоотделения с пролонгированным действием. Подходит для, судя по картинкам, да, подходит для одежды, для ног и для рук. Вот такие две салфеточки. Они здесь, по-моему, не заявлены, поэтому, я так понимаю, это бонусом идут. Очень приятно. Можно будет взять с собой. Так, еще нахожу малышку. Это Анна Лотен или Лотен. Первый раз слышу, честно говоря. Минеральный эксфолиант для жирной проблемной кожи. Ну, прям, я не знаю, это идеально все подходит именно для моей кожи. У меня кожа проблемная, жирная. Особенно почему-то это все обострилось сейчас в осенний период. С удовольствием попробую. Здесь, видимо, это все по номерам. 809. И эксфолиант с минералами для глубокого очищения комбинированной жирной проблемной кожи. Отлично, с удовольствием попробую. Посмотрим здесь сколько. 8 мл, а 125 мл стоит 3250 рублей. Отличная миниатюрка для того, чтобы распробовать, понять, хороший продукт или нет. Отлично. Люблю всевозможные малышки. Так, и вот такая у меня масочка. Посмотрите. Вот такая маска. Сейчас посмотрим. Интересно, да? Она состоит, как вы видите, из трех частей. Первый шаг, второй шаг и третий шаг. Давайте коротко посмотрим, что это за шаги. Трехэтапная маска с муцином улитки. Зажирный, проблемный. Ну, вот все прямо идеально подобрано для меня. Цена данной масочки 199 рублей. И, опять-таки, так как это для жирной, проблемной кожи, она идеально мне подходит. Просто идеально. Маски я люблю, постоянно пользуюсь. У меня как в баночках, в бутылочках масочки, так и тканевые всевозможные масочки. Люблю я их, постоянно действительно им пользуюсь. И поэтому маска для меня это всегда такой продукт, который всегда найдет применение. Ну что, вот такой состав у данной коробочки Royal Samples. Честно говоря, я даже не знаю, это какой-то лимитированный выпуск, либо это
обычный ежемесячный выпуск. Как-то я мимо него прошла, почему не знаю, но состав очень хороший, очень много средств, которые я не пробовала и которые очень хочу попробовать. В общем, безумно рада подарку, безумно рада, что я участвовала в данном конкурсе и призываю всех участвовать. Можно выиграть. Я с Катериной никогда раньше знакома не была, просто смотрела ее канал, ее видео, и, соответственно, вот мне очень приятно, что действительно я выиграла. Я еще раз напоминаю, что ссылочку оставлю на ее канал внизу. Проходите, смотрите. И вот такой у меня подарок. Если вам видео понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!